Крупнейший в истории США эсминец класса «Замволт» вышел на ходовые испытания. Судно водоизмещением 15 тысяч тонн достигает 200 метров в длину. Это второй по величине неавианесущий военный корабль в мире после советских атомных ракетных крейсеров типа «Петр Великий». Стоимость проекта почти 4,5 миллиарда долларов. Из-за высоких затрат вместо 32 кораблей построят только 3. Конструкцию критиковали за неустойчивость из-за необычного корпуса сломанным силуэтом. По задумке проектировщиков, это вместе с отделкой радиопоглощающим и материалами сделает эсминец малозаметным для радаров. Силовые установки «Замволта» мощностью в 78 мегаватт могли бы обеспечить электричеством город на 78 тысяч жилых домов. Благодаря широкой автоматизации экипаж составит всего 140 человек, намного меньше, чем у кораблей подобного класса. Испытания эсминца продлятся несколько месяцев. В следующем году его передадут ВМС США. Корабль был спроектирован во время холодной войны с СССР. Эсминец класса «Замволт» многоцелевой и предназначен как для борьбы с наземными силами, так и для огневой поддержки с моря и борьбы с авиацией. Несмотря на минимальную вероятность обнаружения радарами, у него слабые комплексы противовоздушной обороны. Ему необходимо действовать под прикрытием авианосной группы. Его возможное влияние на ход боевых действий не так велико.